Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня мы продолжим слушать послание о проявлении сынов Божьих. Я верю, эта серия о том, что должны подняться сыны Божьи, станет для вас благословением и инструментом, дающим вам силу свидетельствовать об Иисусе Христе. Многие люди боятся проявлять на людях свою веру и говорить о том, кто для них Иисус. Они боятся, что о них подумают. Может, вы сами были в такой ситуации. Я верю, что это послание вас вдохновит и зажжет вас в веру, чтобы вы могли делиться Евангелием с друзьями, соседями и окружающими людьми. Не забудьте, что после проповеди мы вернемся в студию, и я буду молиться о вас. Если вы страдаете от болезни или угнетения, помните, что для всех ваших проблем есть решение в Иисусе. Сейчас мы отправимся на служение в Бразилию. Послушаем проповедь. Если ты хочешь видеть перемены в своей жизни, начни делать что-то по-другому. Измени свою жизнь. Если ты будешь стоять на месте и делать то, что делал всегда, то и результат будет такой же, как всегда. Как мы увидим в жизни перемены, если будем продолжать делать то же самое? Если будем делать все то же самое, молиться всегда одинаково, а потом удивляться: «Боже, почему ты никак не двинешься?» Но Бог говорит тебе: «Я жду, пока ты начнешься двигаться. Сыны Божьи, поднимайтесь. Я снарядил вас, я помазал вас Духом Святым, я дал вам мою власть, я дал вам Духа Святого, я дал вам имя мое, я дал вам свои обетования. Так чего же вы ждете? Поднимайтесь, вставайте. 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 Покажите этому миру, кто есть Иисус. Покажите этому миру, что Иисус сделал для вас. Восплещите Господу Иисусу. Кто-то должен сделать шаг из лодки. Кто-то должен начать делать что-то по-другому. Я чувствую помазание на этом месте. Помазание на дерзновение. Помазание на то, чтобы завоевывать новые территории. Помазание быть тем, кто идет впереди. Быть тем, кто открывает путь. Быть тем, кто идет впереди и зовет других. Идите смелее. Смотрите, это возможно. У меня вышло, и у вас получится. Если мне это удалось, то и вам тоже удастся. Одна из главных целей нашего служения — активировать людей. Поэтому мы выводим людей на улицы городов, и они молятся, и люди через них исцеляются. Пия, подними руку. Она тоже из Финляндии. Она прошла нашу школу служения онлайн. Это ее вторая миссионерская поездка в Бразилию.
В субботу мы служили в Стутурауте. Там была женщина с опухолью в груди. Пия возложила на нее руки и нащупала опухоль. Эта опухоль была ощутимой и осязаемой. И Пия поняла, что в таком случае нужно делать. Не нужно говорить: «О Бог, если есть на то Твоя воля, то пусть когда-нибудь в будущем произойдет исцеление этой женщины». Нет. Она сказала: «Во имя Иисуса, я проклинаю эту опухоль. Убирайся». Женщина начала плакать, потому что когда она начала щупать свою грудь, она больше не обнаружила там опухоли. Она молилась за многих других людей, и многие исцелились. Пастор Ян молился за многих людей, и многие получали исцеление. Каждый человек в нашей команде молился за кого-то. Джонас молился о девочке, у которой был огромный вздутый живот. Это случилось в Сона, Сенчи. Мы служили на улицах. У нас не было никакого плана, никакой программы. Я просто взял микрофон и начал звать всех подойти. У нас есть для вас хорошие новости. Джон проповедовал, потом Ренардо, и потом к нам подошла девочка с огромным животом. Она выглядела как беременная. Огромный вздутый живот. Он молился. Во имя Иисуса. Живот, стань снова нормальным. И затем он сделал так. Он подул на нее. Живот стал нормальным. Бог сейчас призывает тех, кто будет менять историю. Не просто тех, кто читает историю, но тех, кто будет делать историю. Аллилуйя! Я помню, когда я только начал проповедовать, я читал разного рода книги о том, что Бог делал в прошлом. Смит Вигглсворт. Кто слышал о нем? Лишь немногие слышали. Вы многое упустили. Кто из вас читал книгу «Всепобеждающая вера»? Вы читали? Отлично. Правда, сильная книга? Итак, я читал такие книги, читал свидетельства, но что-то внутри меня говорило: «Боже, я не хочу просто читать об этом. Это все чудесно, но я хочу видеть это своими глазами». Разве Иисус сказал так? «Те, кто верует в Меня, будут читать о том, что Я совершил». Разве такими были Его слова? Так Он говорил. «Те, кто верует в Меня, будут читать о том, что Я совершил». Нет. Иисус сказал: «Те, кто верует в Меня, будут творить дела такие, как Я творю». И это еще не все. И даже больше дел, которые Я творю, будут творить, потому что Я к Отцу Моему иду. И по Божьей благодати мы видим, как слепые видят, глухие слышат, хромые ходят. Аллилуйя! Это то, что нам нужно. Дети Божьи не могут подняться, если у них нет силы. Вам нужна сила.
Вам нужно присутствие. Вам нужна слава. Вам нужно помазание. Вам нужен огонь. 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 Ранее церковь была успешна только благодаря тому, что она пережила Пятидесятницу. Вам тоже нужно пережить Пятидесятницу. Вы скажете: «Но, пастор, я уже говорю на языках». Но также есть Деяния, 4 глава, когда они молились, и поколебалось то место. Это случилось уже после Пятидесятницы. Это означает, что нужно не одно переживание, но нужно множество раз, когда Дух Святой будет вас наполнять, и жизнь Божья будет течь через вас, и вы будете настолько наполнены Богом, что Его жизнь будет течь через вас. Аллилуйя! Вы будете настолько полны, что будете переливаться. Жизнь Божья будет течь через вас. Течь через вас. Когда вы будете идти по улице, когда вы будете лететь в самолете, я ощущаю это помазание. Кто-то из вас сегодня будет активирован. Кто-то из вас перейдет на новый уровень с Богом. Вы говорите: «Господь, я хочу увидеть в своей жизни перемены. Я хочу увидеть прорыв. Я хочу пережить на себе свежее помазание. Я хочу чего-то нового, чего-то свежего и мощного. Я жажду этого, Господь». Куда бы я ни пошел, я хочу быстро рассказать вам два свидетельства, и потом я буду молиться о вас. Подождите, уже скоро. Кто из вас согласен дать мне еще 5 минут? Поднимите руку. Итак, считаем. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Если хотите, можете присаживаться. Как вам удобно. Аллилуйя. Сыны Божьи. По дороге из Финляндии я оказался в аэропорту в Швейцарии. Я должен был пересесть на следующий самолет. Но мне сообщили, что мой рейс отменен. Я расстроился. Я уже так хочу домой. Я еду с миссией. Все было чудесно. Но мне сказали: «Сэр, мы приносим извинения, но ваш рейс отменен. Ближайший рейс будет только завтра». Я подумал: ну что ж, мне предстоит погулять по швейцарскому Цюриху. Я спросил: а как насчет гостиницы? Да, мы предоставим вам номер в гостинице. И также мы предоставим вам ужин. Я сказал: «Хорошо», и отправился в гостиницу. Это была 5-звездочная гостиница в Цюрихе. Все было очень красиво. «Ух ты», — подумал я, — «Бог дает мне возможность хорошенько отдохнуть перед полетом домой». Я решил просто прогуляться по улицам Цюриха. Я гулял, вошел в метро, проехал несколько остановок, затем вышел. Опять прогулялся, покушал и снова вокруг гулял. И когда я возвращался в гостиницу, я сел в трамвай. В такой обычный трамвай. Когда я был в трамвае, я вдруг увидел более 100 мужчин.
Они были без рубашек. Они направлялись в нашу сторону и что-то скандировали на немецком языке. Я не знаю, что они кричали, но это было что-то страшное. Мне было не по себе. Они начали трясти трамвай и издавали такие звуки. Я сидел внутри трамвая и недоумевал, что здесь происходит. Их окружила полиция. Я начал молиться: «О Господи, защити меня во имя Иисуса». Так как вокруг их оцепила полиция, никто из нас не имел возможности выйти из трамвая. Некоторые из них возвращались в трамвай и начали бить стекла. Я вообще не понимал, что они говорят. Я не говорю по-немецки. Я был сам. Рядом не было переводчика, который объяснил мне ситуацию. «О Господь, помилуй меня! Я запрещаю всякому демоническому духу во имя Иисуса». Я взглянул на человека, сидящего впереди меня. Он говорил по телефону. Я услышал английский язык. Он сказал: «Буду в гостинице где-то через 15 минут. Простите за опоздание. Здесь что-то происходит. Съехалась полиция». Когда он договорил, я спросил его: «Сэр, вы откуда?» Он ответил: «Я здесь работаю. Я работаю в отеле под каким-то названием». Я обрадовался, потому что это была именно моя гостиница. Я буду держаться этого парня, подумал я. Он сказал: «Я менеджер этого отеля». Отлично. Итак, полиция попыталась расчистить пространство, чтобы мы могли выйти из трамвая. Я сказал: «Пора нам отсюда выбираться». И я побежал вперед. Он пошел позади и хромал. Я сказал: «Поторопитесь, нам нужно выбираться отсюда». Я не хотел, чтобы эти ребята за нами погнались. У нас всего двое, а их целая сотня. Если они решат нас избить, от нас ничего не останется. Он сказал: «Я не могу, у меня жутко болит нога». И тогда меня осенило, что это возможность. Послушайте, когда вы ходите с Богом, вы смотрите на проблему не как на проблему, а на как возможность дать Богу двинуться в этой ситуации. Послушайте, когда вы ходите с Богом, вы смотрите на проблему не как на проблему, а на как возможность. Поэтому в Библии сказано, что все творение стонает и мучится, ожидая проявления сынов Божьих. Итак, я сказал: «Нам нужно торопиться». Он сказал: «Я не могу». Я спросил: «А как вас зовут?» Он ответил: «Мохаммед». Ясно. «А вас как зовут?» «А меня Гермес». «А чем вы занимаетесь, Гермес?» «И для чего вы приехали в Цюрих?» «Я пастор». «Пастор? Какой именно пастор?» «О, друг, готовься». Я ответил: «Радикально посвященный Иисусу». «О чем вы проповедуете?» «Я проповедую об Иисусе Христе, как о единственном пути к Отцу и познанию Бога». Я сказал: «Он любит вас». А также мы молимся за больных, даже которых просто встречаем на улице. И мы видим множество чудес. Он спросил: «Что правда?» Я говорю: «Да. Если хотите, я могу помолиться сейчас о вашей ноге, и Бог вас исцелит прямо здесь». «И мне даже не придется идти в церковь?» «Нет. Бог может исцелить вас здесь и сейчас. Вы верите?» Он ответил: «Что ж, давайте попробуем». Я сказал: «Я верю. И поэтому я сейчас помолюсь о вас».
Он сказал: «Хорошо». К тому времени мы были уже неподалеку от гостиницы. Он приостановился, и я спросил: «Могу я возложить на вас руку?» Он ответил: «Да». Я положил руку на его плечо. Я сказал: «Иисус, прикоснись к Мухаммеду». Правда звучит символично? «Иисус, прикоснись к Мухаммеду сейчас». Он начал сильно трястись. Он спросил: «Что это происходит?» Я ответил: «Это сила Божья наполняет вас». Он сказал: «Словно через меня проходит электрический ток». Я такого никогда раньше не ощущал. Что это означает? Я ответил: «Это сила Божья, это помазание». Помазание? А это еще что такое? Я говорил с мусульманином посреди улицы. Его тело тряслось, и он спрашивал: «Что это ты делаешь со мной?» Потом он почувствовал тепло. Тепло разливается по моим рукам, ногам и ступням. Послушайте, это говорит мусульманин. Это не прихожанин церкви, который слышал о таких вещах. Он сказал, что чувствует, как по его телу ходит электрический ток. Он сказал, что почувствовал тепло во всем своем теле и конечностях. Потом я попросил его проверить больную ногу. Я сказал: «Начните делать то, чего не могли делать раньше». Я вел себя точно так же, как на служении, хотя дело было в Цюрихе, посреди улицы. Я задал ему вопрос: «Какова была интенсивность боли по шкале от 1 до 10?» Он ответил: 9. «Проверяйте сейчас». Он начал крутить ступню и очень удивился. Боли больше нет. Моя нога в порядке. Я сказал: «Потопайте ногой». Он воскликнул: «Я исцелился». Сотрудники отеля начали его звать: «Мухаммед, иди сюда». Он сказал: «Секундочку, этот парень за меня молится». Они странно на меня глянули. Я вошел в гостиницу и рассказал ему о Господе, поделился Евангелием. Он принял Христа. Потом он сказал мне следующее: «Гермес, я в жизни встречал много христиан, многих. Некоторые из них даже рассказывали мне об Иисусе, то, что мне рассказывали сегодня. Но я никогда не ощущал то, что ощутил сегодня. Вот ты говоришь, я прям чувствую, как из тебя выходит истина. Я чувствую, как из твоих уст выходит Божья сила». Я видел, что над тобой есть свечение, небесный свет. Я сказал это во имя Иисуса. Я поднялся в свой номер, спустился в 6 утра в холл и увидел, что все сотрудники отеля глазеют на меня. Они уставились на меня. Я подумал, все ли в порядке? Может, я что-то не сделал так? Затем подходит Мухаммед. На его лице широкая улыбка. «Гермес, я всю ночь работал. Я простоял всю ночь на ногах. Я полностью исцелен». «Вчера вечером Иисус исцелил меня. Я всем нашим сотрудникам рассказал, что сегодня в нашем отеле ночует духовный человек. Аллилуйя! Аллилуйя! Всегда берите Иисуса с собой, куда бы вы ни шли. Вы проявляете Царство Божье в самолете, на улицах, в ресторанах, в публичных местах, в церквях. Вы призваны являть на земле Царство Божье.
чтобы каждый человек мог узнать, что Иисус — единственный путь к Отцу. Иисус — единственный путь к Отцу. Мы снова в нашей студии. Я буду молиться о вас. Я верю, что Бог сейчас прикоснется к вашей жизни. Я верю, что есть огромная сила в том, когда мы соединяемся в вере. Благодаря современным технологиям мы можем достигать людей со всего мира. Мы получаем свидетельства об исцелениях и освобождениях от людей в дальних странах. Поэтому, если вы присоедините свою веру к нашей вере, сила присутствия Иисуса прикоснется к вам. Давайте вместе молиться и верить, что Господь коснется в вашей жизни. Отец, я молюсь во имя Иисуса, чтобы твои дети пережили твое прикосновение, чтобы всякая форма угнетения была разрушена во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы они приняли свежее прикосновение небес, чтобы все, что им мешает, что отвлекает их, или что внушает им страх, было разрушено, чтобы не сработала никакая стратегия дьявола парализовать детей Божьих. Мы высвобождаем свежую волну дерзновения и смелости. Отец, я благодарю Тебя за то, что течет Твоя сила исцеления, и что Ты касаешься физического тела этих людей. Спасибо, Отец, что Ты прикасаешься к позвоночнику во имя Иисуса. Благодарю Тебя за исцеление позвоночника прямо сейчас. Спасибо, что Ты высвобождаешь Своё помазание исцеления, Твоё исцеляющее прикосновение. И сейчас я высвобождаю Слово о том, что во славу Твою люди принимают исцеление. Исцеляется зрение во имя Иисуса. Исцеляется слух во имя Иисуса. Будьте исцелены во имя Иисуса. Аминь. Спасибо большое, что смотрите нас. Оставайтесь на связи. До встречи в следующей программе. We'll be right back.